всем друзья это снова такой информационный подкаст э, на канале сегодня я хочу сообщить э, две новости это об открытии группы по прогнозам на матче кзго э, ссылочка на эту группу будет в описании именно я буду там администратором буду именно я давать прогнозы надеюсь что э, в ближайшее время Будут одни плюсы, не будут э, лузов. Но у каждого бывает. Первый прогноз уже выложен на канал. Думаю, есть люди, которые интересуются этим. Вторая новость ⁇ это у нас в группе проходит турнир по NHL-16 на PS4. Там розыгрыш за первое место. Это будет два брата Сидина. Второе место – это два игрока рейтингом 86. И третье место – это как утешительный приз – 5000 монет. 16 участников должно набраться. Сейчас там участвуют вроде как 4 человека. Я думаю, есть люди на канале, которые бы захотели поучаствовать в этом турнире. Может быть, и я поучаствую в этом турнире. Может, и СНГ поучаствует в этом турнире. Надеюсь... У вас также возникнут вопросы, которые вы сможете задавать под этим видео. На эти вопросы я отвечу в следующем таком же информационном видео. Всем спасибо за просмотр. Короткое видео. Всем пока-пока-пока.